Попил, блядь, кофе. Доброе утро. До 40 лет вообще не занимался спортом. Только в детстве. Ходьба закончится. Теперь надо потянуться. Каждое свое утро я начинаю с ответа на письма. Просыпаюсь, а это обычно 5-6 часов утра, гуляю с собакой. И уже просматриваю уведомления, что мне пришло, кто мне написал, что спрашивают. А потом иду в спортзал, генерирую примерно в своей голове все вот эти вот ответы. И уже возвращаясь домой, позавтракав, приняв душ, я сажусь за ноутбук и начинаю все это разбирать, начинаю всем отвечать. В принципе, наверное, у каждого построена работа таким образом. Вот я из тех людей... Вот, меня даже жена за это ругает, который не может не ответить на сообщение в течение нескольких минут. То есть я не могу, чтобы сообщения висели, не могу долго ждать, потому что у меня и интернет-магазин, у меня, так сказать, свой бизнес, и люди обращаются ко мне для того, чтобы что-то приобрести. Еще когда-то давно я работал в магазине, в большом интернет-магазине, сначала курьером, потом менеджером, потом был генеральным директором в таком магазине. Вот, и я всегда старался делать так, чтобы клиент, обращаясь к нам, сразу получал ответ, потому что, ну, я сам такой человек, если я что-то заказал в интернет-магазине, мне не ответили в течение часа-двух, а я иду в другой интернет-магазин, потому что я сейчас хочу это купить, я проанализировал там с помощью поисковиков различные предложения, нашел интересное для меня, соответственно, я делаю заказ и жду, когда мне ответят. Если мне не отвечают, а у меня же желание, мне хочется приобрести это именно сейчас, потому что у меня есть на это время и, соответственно, эмоционально я настроен на совершение покупки, то если мне не отвечают, я иду к другому. Сижу, смотрю фильм про рокабилли в Украине, классный, документальный, рекомендую всем посмотреть, он уже есть на YouTube. Презентация была в Caribbean Club в Киеве 1 марта, вот сегодня, смотрю, он появился в YouTube, вот пока сижу тут по делам, быстренько его вот, практически уже досмотрел до конца. Классный фильм про музыку, очень интересный, поэтому даю ссылочку. В описании ролика обязательно посмотрите. Общаться с реальными людьми, ходили друг к другу в гости, переписывали там пластинки, даже кассеты скорее. Все это было, да, так, более ценно, более ощутимо. Сейчас легче все достать, найти. Отчасти теряется вес из-за этого и ценность. Соответственно, когда обращаются ко мне, я стараюсь сразу ответить клиенту, сразу его проинструктировать, проконсультировать, предложить ему удобный вариант оплаты, чтобы это все быстро было, и также быстро отреагировать, оформить, то есть заказ и отправить его. Вот это Яна, и у нее теперь есть сумка Hard Ride. Покажи сумку. Я ей уже прям тянуть. Классно. Классно, дуже круто. А сюди можно что-то заховать. Щось носити таке дуже-дуже своє. Це ти мені написав? Серйозно? А що ще? І я тепер буду з такими штучками ходити. Я це десь приліплю на ноутбук.
або на телефончик навіть. І в мене є тепер наліпка «Хардрайв». Для меня важно, чтобы человек, обратившись ко мне, ушел довольным. Иногда бывает такое, да, то, что я очень занят, у меня есть какие-то дела, и мне в это время пишут, я не могу ответить, но я вижу все эти уведомления и стараюсь найти все-таки минутку для того, чтобы уделить внимание клиенту и ответить ему, и... А я не фотографирую, а видео снимаю. Все равно посниматься. Благодарочка, благодарочка. Ай, меня он тронул, запишу, но благодарочка. Я очень давно хотел. Очень не люблю, когда мне звонят, потому что я плохо могу объяснить по телефону что человеку, что он хочет. По телефону трудно показать витрину магазина. Для этого и существует интернет-продажа, для этого существуют интернет-каталоги, интернет-магазины, где человек может посмотреть все картинки, он может почитать все описание и найти ответы на все свои вопросы. А уже если на эти вопросы он ответа не нашел, он может позвонить и что-то спросить. Но обычно звонят для того, что «а посоветуйте мне, а как это выглядит?» И, соответственно, все равно после телефонного звонка ты посылаешь человека на сайт. Пока мы приехали, пока мы настроились, и вот наконец-то. С вами Любомир Борода и группа Гипнотюнс, и сейчас происходит что-то непонятное. Заказы, которые падают в корзину магазина, они сразу летят мне в Telegram. Телефон современно беззвучным, но для того, чтобы вовремя на все реагировать, я пользуюсь фитнес-браслетом вот, от Xiaomi, куда приходят все уведомления. Я специально настроил так, то, что все важные уведомления приходят мне на браслет. В этом отношении очень удобно. Изначально я вообще фитнес-браслет покупал для занятий спортом, для измерения шагов, для того, чтобы он считал сон, для того, чтобы он считал сожженные калории на тренировках. Но на практике, через некоторое время использования, я понял то, что помимо этого всего, он мне очень удобен для оповещения. Если говорить о соцсетях, да, то, например, если я сфотографируюсь в каком-нибудь домашнем смешном наряде, вот так вот, то это соберет гораздо больше лайков и шеров, чем какой-нибудь выход там, новой песни, которая... Мне интересно, вы занимаетесь такими штуками, вы запариваетесь по поводу вот таких вот всяких уведомлений, или все-таки вы просматриваете все эти дела в специально отведенное время, там, например, ага, сейчас я там занимаюсь этим, сейчас я этим, мне не надо, чтобы меня ничего отвлекало, а сейчас у меня время на обработку там заказов, корреспонденции, на ответы писем, или вы такой же задрот, как и я, и, блин, можете все бросить ради того, чтобы быстренько-быстренько ответить клиенту, вот. Так вот, очень удобно, собственно, шаги показывает, время показывает. А
погоду показывает, плюс на несколько дней сразу. Пульс можно измерить. Теперь вы знаете, какой у меня пульс. Так, и вот они уведомления, про что я, собственно, и говорил. И 5 уведомлений он тебе показывает, от кого они пришли, кто написал, куда написал. Очень удобно. Все будет хорошо, очень скоро я тебе замуляю. Ни для кого не секрет, что я плету из паракорда. Правда, сейчас уже стал плести намного меньше, чем раньше, но все-таки иногда клиенты обращаются, плюс я обматываю ручки у кружек, ну, вот такие вот дела. Вот, но какого-то каталога наличия цветов паракорда у меня никогда не было и нету, и потому, и поэтому, то есть, я всегда просто заказываю паракорд, ну, тех цветов, которые мне нравятся, или те цвета, которые люди просят, вот, а все остальное все время складываю в свой чемодан. А, и когда люди просят, не знаю, как определиться цветом, и просят прислать мне фотографию цветов, которые есть, я открываю вот этот вот свой чемодан, вот так вот делаю, и, соответственно, фотографирую. Можешь сделать фото всех цветов? Да, конечно. А потом вот так вот переворачиваю, это убираю, вот. Оп! Еще давай. И можно еще раз вывернуть и... Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три.